1 июля 2024 года в Дагестане в силу вступил закон о повышении тарифов на коммунальные услуги. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Республики Дагестан. На сегодняшний день стоимость электроэнергии выросла на 8,66% и сейчас составляет 3 рубля 51 копейку за киловатт-час. Поставки газа подорожали на 8,7% до 7 рублей и 9 копеек за кубометр. Сейчас в столице республики наблюдается заметный рост цен на воду и тепло. Так, водоснабжение подорожало на 62,7% и теперь стоит 11 рублей 90 копеек за кубометр. Водоотведение на 65,8% и составляет 5 рублей 87 копеек за кубометр, а теплоснабжение на 21,5% достигнут 2115 рублей и 7 копеек за гигакалория. Отметим, что тарифы на водоснабжение, канализацию и теплоснабжение в разных городах республики будут отличаться, так как они устанавливаются индивидуально для каждой организации. Правительство Дагестана считает, что принятое решение поможет смягчить влияние роста цен на население и обеспечить стабильную работу коммунальных служб. Кроме того, власти России прогнозируют, что в 2025 году тарифы вырастут на 5,7%, а в 2026 году на 4%. В конце 2024 года сформируют предельные индексы на будущий год, и эти значения не обязательно будут совпадать с прогнозными.